Томат «Алый мустанг». Среднеспелый индетерминантный. Требуется формировка в два стебля и посынкование. Кисти содержат 5-7 плодов. Они имеют продолговатую перцевидную форму. В длину могут достигать 16-17 см. Окраска – малиново-красная. Мякоть сочная, сладкая с характерным чуть кисловатым привкусом. Кожица плотная, плоды не склонны к растрескиванию. Это очень плодовитый томат. Растение буквально усыпано красивыми гроздьями вытянутых гладких помидоров.